И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. Винг – онлайн кинотеатр с множеством вариантов приключений и новейшими технологиями. Управление голосом, остановка или переморка фильма, подбор фильмов на основе истории просмотров. И по моему промокоду вы получите 60 дней бесплатного доступа к функциям сервиса. Промокод действует до 31 августа. Промокод и ссылка оставлены в описании под видео. Успевайте воспользоваться. Всем привет, с вами снова я, Бакфалка. И сегодня я смотрю поединок, который пройдет 31 августа. А я наболею, Пани Продапши, также и связан как Пичмани Чипи Флэшмаут и Нарихита Танакой. Сейчас, на мой взгляд, здесь сервис на 30 позже Продапши, и я должен одержать победу единогласным решением судьи. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также подтвердите, пожалуйста, поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь что-то очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, но и по желанию можете поддержать канал донатом, все ссылки в описании. Также напоминаю, что в эту пятницу, 2 сентября, у нас в 20:00 по Москве будет стрим по Clash Bash. Всех жду, будет интересно. Ссылку на стрим тоже прикрепил в описании. И мы начинаем нашу трансляцию. И первым перед нашим взором пришел Паня Продапши, также и сверно как Пичмани Чипи Флэшмал. 39 боев, 38 побед, 20 нокаутом и 1 поражение. А вот его оппонент, Нарихита Танака. 28 боев, 20 побед, 10 из нокаутом и 8 поражений. Сейчас рефери напомнит большим правилам, и мы начнем. Первый раунд, погнали. Мимо. Помахивается Танака, подавшую точку. Мимо. Мимо. Помахивается Танака. Неплохо действует продавшая. Неплохо. Ласмен. Неплохо. Мимо. Подавшую точку. Точен претендент, чемпион отвечает. Керлинич. Неплохо. Точен подавшего. Мимо. Керлинич. Мимо. Подавшего точен. Отвечает Танака. Мимо. Подавшую точку. Мимо. Керлинч. Мимо. Оба помахиваются. Керлинч. Неплохо. Точно снова продапшили. Мимо, Танака. Мимо, продапшили точно. Неплохо. Мимо. Точен. Чемпион. Ласмен. Мимо. Точен подавшись.
missing the mark by a mile. That just was nowhere to be found. Неплохо. Вот это чемпион. Мимо. Ну, помахивается и Танака. Первым же ушел, и он уже подавший. 10-9. Чемпион впереди. Listen, I want you to pick his jabs. Throws the jab, parry it away, and you'll catch him, okay? You got that? It's gonna happen. You're gonna catch him. Listen, I'm not... И у нас второй раунд. Точен чемпион. Мимо. Попадает Танака. Подавшись, отвечает Керлинч. Неплохо. Мимо. Точен Танака. Неплохо. Мимо. Попадает под Апшле. Мимо. Попадает он под Апшле. Мимо. Неплохо. Мимо. Помахивает Танака. Вашмен. Неплохо. Мимо. Why is? Because he knows if he walks in, he's gonna get caught. So what he wants to do is, he knows there's basically a guard at that door. He's trying to get that guard to get out of there. Пытается прессинговать претендент. Мимо. Точен чемпион. Неплохо. Мимо. Оба помахиваются. Подавшись точно. Мимо. Оба. Мимо. Точно подавшись. Танака помахиваешь. Неплохо. Мимо. Неплохо. Ну вот он, чемпион. Мимо. Мимо. И второй раунд. За подавшим. 2-18. Чемпион продолжает лидировать. И у нас третий раунд. Неплохо. Точно Танака. Подавшись отвечает. Мимо.
Точно, Танака. Неплохо. Дальше мы его продавшили. Мимо. Керлинич. Мимо. 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 Оба. Мимо. Неплохо подает продапшеры. Ну вот очень паня. Мимо. Неплохо попадает чемпион. Мимо. Точно поддавшили. Мимо. Мимо. Точно. Чемпион. Мимо. Выдает Танака. Подавший отвечает. Керлинч. Неплохо. Мимо. Попадает Танака. Неплохо. Мимо. Керлинч. И третий раунд уже поддавший. 327. Чемпион впереди. А у нас на счет 29-28 в пользу чемпиона, и у нас четвертый раунд. Мимо. Попадает Танака. Неплохо. Керлинч. Восемьян. Мимо. Танака точен. Но попадает претендент. Мимо. Неплохо. Точен подапшили. Апперкот, Танака отвечает. Мимо. Неплохо. Точно, Танака. Неплохо. Мимо. Помахиваешься чемпион. Восьмен. Мимо. Оба.
Мимо. Точно, Танака. Мимо. Мимо. Оба помахиваются. Мимо. Мимо. Подався точно. Неплохо. Неплохо. Мимо. И четвертый раунд все-таки за претендента. 29-7 подавшили впереди. But he's not being effective in that regard. No, he's not. He's not landing when he needs to land. And it kind of reminds, he's a banger too. He can punch a little. It reminds me of an old saying that a trainer once told me. It doesn't mean anything to have a big punch. It's kind of like having a military weapon, a bomb. What good is it if you don't have a missile to get it to the target? Right now, he needs a missile to get that punch. He needs to set it up, and he's not doing that. Just keep boxing smart. И у нас пятый раунд. Мимо. Точно, Танака. He's got the perfect platform, the perfect form for it. The guy's walking in right now, not moving his head much. Мимо. He can time him, he can counter him. Кэрлин. Мимо. О, помахиваются. Мимо. Мимо. Точно, Танака. Но попадает претендент, чемпион отвечает. Мимо. Неплохо. Мимо. Мимо. Точно, Танака. Мимо. Попадает под дапшелы. Неплохо. Мимо. Чемпион точен и хренчует. Вашмен. Мимо. Неплохо. Мимо. Попадает под дапшелы. Мимо. Под дапшелы точно. Мимо. Неплохо. Вашмен. Точно, Танака. Мимо. Кэрлин. Мимо. Помахивается Танака. Мимо. Неплохо. Мимо. Подавшила точно. Мимо. Помахивается Танака. И пятый раунд за чемпиона. 49-46 подавшили впереди.
scorecards. I feel like I'm in Coney Island watching one of those hot dog eating contests where somebody's going to try to eat 50 of them, 60 of them. In other words, he's not worried how he's going to feel at the end of the night. Hey, use your speed. Double up your punches. I want to see combos. Relax, relax. Take a deep breath. I need you to focus. Anticipate. И у нас шестой раунд. Точно, подапшили. Неплохо. Точно, Танака. Мимо. Точно, чемпион. Попадает претендент. Мимо. Попадает в подапшилы. Точно Танака. Мимо. Помахивается Танака. Подапшилы точно. Мимо. Неплохо. Мимо. He's a guy that's always going rounds because his defense is so good. Неплохо. Мимо. Керлин. Мимо. Точно Танака. Мимо. Оба помахиваются. Неплохо. Мимо. Точно Танака. Мимо. Мимо. Неплохо. Мимо. Помахивается Танака. Неплохо. Керлинч. Попадает под дапшеры. Неплохо. Мимо. Точно Танака. Неплохо. Мимо. Кэтлин. Мимо. Точно подавшись. И шестой раунд за чемпиона. 59-55, поддавших впереди после первой половины боя. Посмотрим, что нам покажет вторая половина боя. И у нас седьмой вал. Неплохо. Мимо. Подавшись точен. Помахивается Танака. Мимо. Керлинч. Неплохо. Мимо. Помахивается Танака. Неплохо.
Ну, вот это поддавшили. А пилокот. Неплохо. Мимо. Чемпион точно. Мимо. Помахивает Танака, подавшила точно. Неплохо. Мимо. Глубоше паузу. Подавшись, попадает. Мимо. Неплохо. Мимо. Оба. Мимо. Керлинч. Мимо. Попадает подавшили. Танака помахивает. И все, это чемпион контролирует ход поединка. Мимо. Попадает подавшили. Мимо. Неплохо. Мимо. Неплохо попадает. Подавшили. Точно Танака. Неплохо. Керлинч. Мимо. И седьмой раунд уже чемпиона. 69-64. Подавший продолжает доминировать. Keep your hands up, all right? You have to keep your hands up. You gotta pick up the speed, all right? Pick up the speed. И у Александра Шури тоже такой же счет. А у нас восьмой раунд. Точен Танака. Подавшили отвечает. Восьмен. Мимо. Попадает чемпион. Мимо оба. Неплохо. Мимо. Помахивает Танака, подавшила точку. Неплохо. Мимо. Оба. Мимо. Точно. Чемпион. Мимо. Точно. Подапшила. Мимо. Восьмен. Мимо. Точно Танака, подавшили отвечает. Мимо. Мимо. Точно подавшили. Керлинич. Мимо. Точно Танака. Мимо.
повдає. Подавшили. Неплохо. Кедлинч. Мимо. Помахивает Штанака. Мимо. Точно. Поддавшили. Снова попадает чемпион. Мимо. Поддавшили. Точно. И восьмой раунд уже поддавший. 79-74. Чемпион впереди. И у нас девятый раунд. Мимо. Оба промахиваются. Точно Танака, поддавшись, отвечает. Мимо. Неплохо. Апперкот от Танаки. Мимо. Восьмин. Неплохо. Кэрлинч. Мимо. Точно Танака. Мимо. Неплохо. Мимо. Попадает Танака. Подавшили отвечает. Мимо. Неплохо. Мимо. Точно, поддавшили. Апперкот от Танаки. Восьмин. Мимо. Кэрлинч. Мимо. Мимо. Точно подавшили. Мимо. Подавшили. Точно. Мимо. Попадает. Подавшили. Мимо. Неплохо. Но попадает чемпион. Мимо. Неплохо. Мимо. Точно поддавшили. Неплохо. Мимо. И девятый раунд также за чемпиона. 89-82. Подавшись впереди. И наш чемпионский раунд. Listen,
three-point counters, okay? Slip his punch, then throw a straight. И у нас 10-й раунд. Неплохо. Мимо. Вдает под дабслэм. Мимо. Точно Танака. Подавшил и отвечает. Мимо. Неплохо. Мимо. Апилокот. Точно Танака. Подавшли, отвечает. Неплохо. Мимо. Точно, чемпион. Мимо, оба. Попадаешь ему подавшли. Мимо. Неплохо. Точно, Танака. Неплохо. Мимо. Подавшего точно. Мимо. Восьмем. Мимо. Неплохо. Точно, подавшего. Восьмен. Неплохо. Мимо. Подавшего точно. Неплохо. Мимо. Помахивается чемпион. Мимо. Неплохо. Помахивает Танака. И подавшись такая же потехничнее. Своего визави. Чисто на классе он разбивает своего оппонента. Мимо. Оба. Мимо. Мимо. И 10 раунд за чемпиона. 99-91. Подавшили Редилл. А у нас сразу счет 98-91. И у нас 11-й раунд. Мимо. Точно Танака. Апперкот. Мимо. Попадает чемпион. Неплохо. Мимо. Кэрлэнни. Мимо. Апперкот. Мимо. Мимо. Точно подапшили. Мимо. Кэрлэнни. Кэрлэнни. Точно Танака.
подавши отвечає. Неплохо. Мимо. Точно Танака. Мимо. Попадает под Дапшелы. Неплохо. Мимо. Точно под Дапшелы. Танака помахиваешь. Мимо. Точно Танака. Мимо. Неплохо. Восьмин. Мимо. Мимо. Попадает под Дапшелы. Неплохо. Мимо. Попадает снова чемпион. Мимо. Попадает снова под Дапшелы. Мимо. Кэдлинч. И 11 раунд за чемпионом. 109, что под Дапшелы ведет перед финальным раундом. Yeah, right now, the only thing that can really change is maybe if the lights go out in the arena. And all of a sudden, his opponent doesn't, you know, his opponent can throw something where he doesn't see it coming. No need to get excited. Came to win. Throw more punches. You're not throwing enough punches. И у нас заключительный раунд. Мимо. Неплохо. Точно подавшила Кэрлэнич. Мимо. Мимо. Попадает чемпион. Мимо. Точно подапшили. Восьмин. Мимо. Кэдлин. Мимо. Мимо. Halfway through this 12th and final round. Восьмин. Мимо. Попадает Танака. Подавшая отвечает. Мимо. Оба помахиваются. Кэдлин. Восьмин. И у нас пошла последняя минута поединка. Неплохо. Точно Танака. Мимо. Кэдлин. Мимо. Попадает Танака.
Мимо. Мимо. Попадаешь в Танака. Неплохо. Мимо. Кэрлинч. Мимо. Мимо. 118, 110 подавшись. Ждем судейского решения. И повел судейским решением, одерживает паня подавший. Также известен как Pitchmoney CP Flash Mall. Танака же с решением категорически не шаговать. Посмотрим, как же бой пойдет на самом деле. Лидинг глаза судейское решение 119-108 и дважды 118-109. Танаки двое судей отдали 3-й раунд и все отдали ему 9-й раунд. А 8-му, кстати, отдали 10-8 подавший. Что ж, давайте обратимся к статистике. Подавший попал 274 удара из 804. Танака же 222 из 854. У подавших 102 из 382 в голову и 171 из 422 в ковыш. У его визави 74 из 357 в голову и 649 из 497 в ковыш. По раундам. Первый 22-19, второй 22-17, третий 22-16, четвертый 27-17, пятый 22-24, шестой 17-19, седьмой 26-15, восьмой 27-15, девятый 24-22, десятый 27-22, одиннадцатый 20-16 и финальный 18-20. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пройдет этот поединок. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь что-то очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донат. Все ссылки в описании. Также напоминаю, что в эту пятницу в 20:00 по Москве у нас стрим по Clash Bash. Всех жду. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.